Сейчас много людей все чаще стали обращаться к сервисам объявлений. В самом деле у нас скапливается ненужных вещей сотнями. Это подарки, игрушки, одежда, не подходящая по размеру. Чтобы не продолжать их хранить и не выкидывать, захламляя планету, можно получить за них деньги. Один из популярных сервисов — это Юла. Думаю, что уже не осталось людей, которые не смогут зарегистрироваться на каком-нибудь сайте. Поэтому пропущу процесс регистрации и войду в свой существующий аккаунт. Зеленая кнопка «Разместить объявление» находится в правом верхнем углу рядом со значком профиля. Жмем на нее. Для начала нам надо выбрать категорию товара, который мы хотим продать. На примере я хочу выставить объявление о продаже тяг от электрозамков, которые валяются у меня в гараже уже несколько лет. Мне они не нужны, а выкинуть, как я и говорил, жалко. Думаю, они подойдут в категорию «Стройматериалы и инструменты». Далее надо выбрать категорию, но в выпадающем списке подходящего нет, поэтому выбираем другое. Продаем, конечно, свое, а не ворованное. Название должно понятно указать, что вы продаете, поэтому пишем конкретные по делу с прицелом на тех, кому это может понадобиться. Указываем цену. Я всегда указываю с расчетом того, что желаемую мной цену можно будет получить, если будет торг, а про торг мы обязательно укажем в объявлении. К описанию надо подойти внимательно. Укажите все положительные качества выставляемого товара, сделайте особый акцент на недостатках и минусах, если вещь б/у. Не стесняйтесь похвалить свой товар и выставить его в наиболее выгодном свете. Помните, что у вас большая конкуренция. Добавляйте такие слова, как нужный, необходимый, незаменимый. Не забывайте, что реклама – двигатель торговли, а именно этим мы и занимаемся. Редактируйте в процессе свое объявление, добавляйте более красочные эпитеты, которые пришли вам в голову, и заменяйте ими обычный сухой текст. Концовка у моих объявлений всегда одинакова, поэтому я просто ее копирую, вставляю и изменяю по необходимости способы предложения о доставке. К
Кстати, в ней я немного подзадориваю потенциального покупателя тем, что товар продается еще на нескольких сайтах. А это значит, что товар может быть продан в любой момент. Вставляем приготовленные фото. Я их немного подредактировал, придав четкости, сочности и контрастности. Пишем свой город или выбираем из выпадающего списка. При желании можете указать адрес для покупателя из вашего города. Нажимаем «Далее». Не поленитесь перечитать свое объявление и исправить ошибки. Все, объявление опубликовано. Можете сразу перейти к нему и посмотреть, как оно выглядит. Все хорошо. Все показывает и все работает. Надеюсь, был полезен. Удачи вам и не болейте.